Киприан Жаховский, герба Брадзиц, униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, архиепископ Полоцкий, доктор богословия. Биография. Киприан Жаховский родился в 1635 году на Полоцкой земле, учился в Риме, в 1665 году стал архимандритом Дерманского монастыря. С 1671 года епископ Витебский и Мстиславский, коадъютор Киевской митрополии. В 1674 году стал полоцким епископом и митрополитом Киевским, возглавив греко-католическую церковь Речи Посполитой. Основал типографию в Супрасли, издавшую богослужебную и духовную литературу на западнорусском языке. Добился от короля Яна Собеского утверждения всех привилегий униатской церкви, полагавшихся ей по условиям Брестской унии. В 1674 году к унии тайно присоединился православный епископ Иосиф Шумлянский. В 1679 году за ним последовал Иннокентий Винницкий. В 1680 году митрополит Киприан организовал Люблинский собор, целью которого было примирить православных и униатов Речи Посполитой. Однако съезд был закрыт королем вскоре после начала работы. Жаховский является создателем специальной службы униатскому святому Иосафату Кунцевичу, которому он также посвятил несколько своих проповедей. В 1691 году Киприан Жаховский издал новый униатский служебник, умер 26 октября 1693 года в Супрасли, похоронен в Полоцке. Труды. Коллокиум Лубелский. Казань Акас Джонаун.